Всем привет! Всем привет! Вы на канале Жуков Лайф, с вами Женя и Настя. Сегодня вышли вот в город, решили вам записать видео и показать, как выглядит блокадный Калининград 23 июня. Посмотрите, сколько на площади людей, все гуляют. Это люди не только калининградцы коренные, я думаю, что большинство из них приехали на каникулы, а также в отпуск посетить наш любимый город, посмотреть со стороны, какой он есть. Ну и, конечно, вы можете также наблюдать, что все гуляют, никаких проблем, все продается, все можно купить. Ну и отсюда мы двинем уже на центральный рынок. Пойдем покажем, как обстоят дела там, сколько, какие продукты есть сейчас в наличии, что можно купить. Ну и вообще, действительно, существует ли какая-то блокада продовольствия или каких-то других. И выросли ли цены на продукты. Да. Это самое главное, потому что это интересует всех, кто едет сейчас в Калининград. Особенно, кто сейчас переселяется в Калининград, они думают, ехать или не ехать. Ну вот мы решили вам записать такое вот свежее видео и показать со стороны, как выглядит сейчас Калининград. Магазин, мы о нем узнали совершенно недавно. Магазин низких цен, да, он называется, или как? Да. Продукция там разная есть, там и какие-то бытовые мелочи по дому, и что-то по продуктам питания, но он похож на фикс-прайс, да, чем-то? Да, и самое главное, он находится в центре города, мало кто его видит, он неприметный магазин. В любом случае, сейчас вам покажем, как он выглядит со стороны. Что мы там покупаем, это только цикорий. Цикорий там продается тот, который мы любим, нигде больше в других супермаркетах, магазинах мы его не встречали. И цена там довольно приемлемая. Я не знаю, сейчас он есть в наличии или нет, но посмотрим и вам покажем. Ну вот, мы обещали вам показать, как выходят люди из трамвая. Выходят прямо на дорогу, нет никаких остановок здесь. Это очень для нас было в первое время непривычно. Люди останавливаются и выходят прямо на дорогу. Ну, в большинстве водителей уже знают, что здесь так и обстоят дела. Поэтому они все заранее притормаживают и пропускают всех пешеходов. Будьте внимательны, когда вы выходите или садитесь в трамвай. Ну вот как раз мы добрались до того неприметного магазина, в котором есть абсолютно все, мыломойка, продукты, в общем, все-все-все вы можете купить по хорошей цене. Сейчас покажем, как он выглядит снаружи. Он находится в цокольном этаже. Вот он. Цикория нет. На этой полке. А, цикория нет. Жалко. Да, ну, пойдем покажем. Ну, вот как я ранее сказала, он чем-то похож на фикс прайс. Или что еще есть наподобие? Ну, сетевой магазин низких, да. Цен, там светофор, может быть, нет. Ну, светофор, скорее всего, нет. Ну, вот ассортимент. Есть что-то по мыломойке. Все необходимое. Есть какие-то бытовые товары, бумага, салфетки, губки, есть товары для личной гигиены, да. Есть посуда, что-то, какая-то кухонная утварь, ножи. Да. О, кстати, знакомые ножи. Да? Мы такие, да, в Алмате похоже, покупали. Да. Если вы только приехали, да, и снимаете квартиру в центре города, то этот магазин вы должны знать, ну, для себя на будущее, чтобы могли прийти в любой момент и купить то, что вам нужно. Ну и вот здесь есть даже летние какие-то вещи, купальники, кепки, головные уборы, футболки, шорты, сумки, полотенца, нижнее белье.
домашний текстиль. Здесь подавались еще дождевики. Да, мы когда хлынул дождь, мы сюда забежали в надежде купить дождевики, но почему-то в тот момент были только детские продажи. А сейчас продаются сезонные матрасы. Да, и сезонные всякие товары от комаров и так кстати, далее. Комаров мы пока еще здесь не видели, это хорошо. В общем, мы видели этот отличный магазин, в котором есть абсолютно все, но цикория там не оказалось. Сейчас мы решили еще зайти в один магазин, Königs Baker. Там продают выпечку, мы хотим приобрести хлеб. Вот так в Калининграде выглядят трамвайные остановки. Будьте внимательны, когда в следующий раз воспользуетесь трамваем и будете выходить на очередной остановке. Вы окажетесь сразу на дороге. Так что, если вы водитель, имеете личный транспорт, и вы недавно в городе, обратите внимание на такую особенность Калининграда. Водители останавливаются и дают пешеходам пройти к трамваю или выйти из трамвая. Независимо на сигнал светофора. Клубника. Спроси, почем. Здравствуйте, а горошек какой цены? 150 и 250. Как мясо. 150 и 250, да. Как мясо, пойдем. Вроде уже вечер, 6 часов вечера, но, как вы видите, ассортимент все равно достаточно хороший, да, есть что выбрать. Мы переживали, что придем к закрытию, но оказывается, рынок еще работает. Смотри, какой чудесный букет с васильками. Да? Красивый. Помидорки красивые. Пойдем посмотрим. А что все делают есть из свекольной ботвы? Мне интересно. Я где-то читала рецепт, я где-то видела рецепт из свекольной ботвы, но я не помню, что из нее делали. Я не знаю, надо смотреть рецепты и готовить. 1 килограмм 150 рублей. Мне кажется, какой-нибудь суп варят. Да, ну я помню, я видела рецепт, но я не помню, что именно. Но явно не варенье. Что звучит там? О, бейби картофель можно выпечь с чесноком, с маслом, с травами, с прованским. Красиво. Я думаю, к нашему пойдем. У нас, кстати, на рынке появился тот продавец, который нам всегда продает свежую зелень. Поэтому, когда будете на московском рынке, то есть не на московском, а на центральном рынке, то ищите себе такого же продавца, который вас не обманет, ну и даст самую свежую-свежую зелень. Ну вот, кстати, мы пришли на рынок к 6 часам, сейчас 15 минут 7, мы переживали, что рынок закрыт. По факту он открыт, но если посмотреть на лавки со специями, с орехами, вот здесь мы покупаем обычно орехи, они уже закрылись, да. Но фермерские продукты, вот в этой части они продаются, все еще функционируют, покупатели есть и продавцы все на месте, ассортимент еще достаточно широк. Здравствуйте. Чего хочется? Так, нам, ну, мы тот раз брали у вас, нам понравился очень укроп и кинза. А кинза есть? А, вот да, я вижу. Кинзулечка, вот базилик, укроп. А базилик почем? Лучок. Базилик и кинзулечка по 50 рублей. Давайте и базилик, и кинзу тогда. Да. Угу. Только посвежее, который вам дали. Ну, она вся, наверное, с утра бывает. Конечно. Отлично. Ага. Спасибо. Так, и укроп сразу туда. Ну, давайте. 20 рублей пучок. Хорошо. Слушайте, шикарно. Грунтовая зелень сейчас уже тепло началось, начало расти. Редиска подорожала 10 рублей, да? Да.
сейчас начинается жара, но плохо растет, когда жара. Хорошо. Слава богу, все равно хоть что-то выращивается. Здорово, да, красиво, смотри. Да, очень красиво. Давай два возьмем. Ботву оторвать или оставить? Давайте оторвем, потому что сейчас, если наберем, будет тяжело. Это без проблем сейчас сделаем. Оторвете, да вы? Конечно. Мы обычно не отрываем, но лучше сейчас оторвать, потому что сейчас наберем, все будет тяжело тащить. Ну, вообще без ботвы она лучше хранится, чтобы вы имели в виду. Не-не, мы дома-то, конечно, все. Это же корнеплод. Да, но мы дома все равно сразу отрываем, моем в холодильник. Хорошо. Так, не проблема. Наше обслуживание лучше, чем в Европе. Давайте еще одну. Так, 120 и плюс еще у нас... Укроп, базилик, кинза, 240. Ну, 120 и 120. 240. Хочешь? Салатик шикарный, сорт Давай. Питерский, салат. Без горчинки, нежный. Да. А почем? 50 рублей, хороший ну, большой салатик. Вот здесь на 20 рублей небольшой. А, это на 50, давайте на 50. На 50, да. На 50 рублей. Да. Что ты же не хотел смыть? Ну, придется помыть. 290 получается. Перевод можно сделать, да? Можно по номеру телефона, это без проблем. Вот номерочек. Спасибо большое. Ну вот, весь пакет вышел у нас на 240 рублей. 290. 290, да. Покажу. Ух, мыть не перемыть сегодня да. Мне. Пойдем прогуляемся за перчиками. В тот раз они говорили, что они приедут. Перцы, острые перцы мы в тот раз искали на базаре. Сказали, что нет их сейчас в наличии, что сейчас не сезон, только растут. Ну, надеемся, сейчас пойдем к нашему другому отделу, и там они будут. Пойдем. Да, острый перец мы хотим приобрести для шаурмы. Мы в последнее время что-то очень стали часто делать шаурму. Либо с домашней бужениной, либо с индейкой. Кстати, если нужен рецепт, напишите в комментариях, мы с удовольствием им поделимся с вами. Вот сейчас посмотрим, есть ли пикантный перчик. В тот раз мы приходили, возможно, появились, мы к ним идем. Перец острый. Не сезон? У нас еще не вырос, а им только не там будет. А у вас когда вырастает обычно? В августе, в сентябре. Ну, насчет перца, перец, сказали, будет только теперь осенью, потому что урожай только растет. Продавцы, которые занимаются своим хозяйством, сказали, только второй день жара, поэтому только-только все начинает в объемах расти. Поэтому ждем осень. И, кстати, да, сегодня, на момент сегодняшней съемки, у нас 23 июня. Как видите, продукты все есть, склады полные. Это я к вопросу о перекрытии транзита через литовскую границу. Все везут. Все везут, да, продуктами. Калининград снабжен полностью. Возможно, это будет изменено как-то через несколько недель, потому что эта блокада всего лишь длится неделю с прошлой субботы. Ну, думаю, что это все нас обойдет. Никаких проблем с поставкой продовольствия не будет в Калининград. Поэтому едьте, не бойтесь, путешествуйте. Кто хочет, приезжайте к нам в Калининград. Проникнитесь всем духом рынка. Центрального рынка. Он отличается. В каждом городе есть такие большие рынки, где вы можете купить все в одном месте. Ну, как мы с Настей выяснили, что на этом рынке не всегда все дешево. Практически никогда. Да, чаще всего, вот, что касается ягоды, той же черешни, клубники и помидоры, мы всегда вот эти вот продукты покупаем в сетевых магазинах. Во-первых, да. Ты можешь выбрать совершенно спокойно, никто тебя не торопит, тебя не обвесят, тебе не накидают порченными продукции, да. И цены там на порядок дешевле в сетевых магазинах. Да, насчет того, что не накидают, это точно, потому что вы сами выбираете. Ну, а здесь из-под прилавка могут наложить не ликвид. Да, ну, допустим, сейчас я вижу в среднем килограмм черешни 300 рублей, да? Нет, спасибо. Почему? Килограмм черешни 300 рублей, и получается в сетевых магазинах, в торговых центрах, килограмм черешни сколько? 250, да? 240, ну, да, за килограмм. Ну, разница, если вы берете не один килограмм, особенно ощущается. Да, кстати, если переводить на деньги в тенге, это сколько получается? А я не знаю, 1800-1900 тенге. Ну, вот наши родственники, которые живут в Павлодаре, они говорят, что стоимость черешни заходит 2800 тенге за килограмм. То есть дороже, несмотря на то, что живем мы в эксклаве России, казалось бы, цены должны быть выше, но по факту вот черешня 350.
только что прошли. Пойдем на мясо, голубика. Голубика 100 не обольщайтесь, это за 100 грамм, да? Да. Скорее всего. За 400 или там за 500 грамм не так ничего. Нет, за 400 это хорошая цена. За 100 грамм, скорее всего, 100 рублей. Разные колбасы, мясо замаринованное. Да, кто любитель колбас, сала, копченой продукции, то вам сюда. Здесь прям запах такой, да, стоит? Да. Аппетитный. Голодным не рекомендую идти на рынок. Мы обычно покупаем мясо в магазине и маринуем сами, ну и запекаем в духовке. Да, конечно, у нас не получается коптить, потому что у нас нет коптильни. Поэтому делаем по-домашнему, ну, нам нравится. И дешевле выходит. Да, намного дешевле. Вот, допустим, мы вчера покупали бекон, да? Да, бекон 300 грамм стоил 290 рублей, 300 грамм. Мы, получается, килограмм свинины, да, покупаем... За 299. За 299 рублей килограмм. Ну, естественно, при запекании уменьшается в объемах, но, тем не менее, все равно получается на выходе больше. И дешевле. Да. Ну, кто не хочет возиться, вот, пожалуйста, готовая продукция. Ну, все и плюс, есть. Когда сам готовишь, ты знаешь, кто туда положил, видишь качество мяса, поэтому... Да, и знаешь, из чего это все приготовлено. Вот тут. Да, главное, зачем мы сюда приехали, это за свежей зеленью, за редиской, потому что мы в прошлый раз брали здесь на рынке редиску, она нам очень понравилась. Видно, что она домашняя, она не горькая, она не пустая внутри. Смотрите. Прям такая домашняя, хорошая, ядрененькая, да. Сочная. В магазине такой точно не найдете. Да, в магазине такой не продают. Я вот сколько смотрела, сколько мы на окрошку, да, покупали, еще просто так покупали. В общем, редиску, зелень мы купили. Мы приехали сюда перед поездкой на море, потому что мы посмотрели погоду. В ближайшие дней 10, в Калининграде будет чуть ли не по 30. Поэтому не стоит упускать такие жаркие денечки. Да, за каждую возможность нужно хвататься и выезжать чаще. Да, чаще на природу, на море. Поэтому вот мы запаслись зеленью, редиской. Сейчас еще по месту купим, да, помидоры. В общем, чтобы на неделе не тратить на все эти покупки, поездки по магазинам за продуктами время, мы уже сейчас все намаем. И просто каждую поездку на море будем брать с собой зелень, овощи, фрукты, мясо. И спокойно ехать уже, путешествовать, отдыхать. Поэтому смотрите наши видео обязательно, подписывайтесь на наш канал. Ну и не забывайте ставить лайки. Да, хорошие. Спасибо. Давайте полкилограмма, пожалуйста. Вот нашли грецкий орех, 600 рублей килограмм. Переводы есть, да, у вас? Ага, вижу. Да, обычно берем по 800. А какой у вас? А? Какой опыт у вас есть? А это не здесь, не в России у нас опыт. В Алмате есть опыт. Получается, есть вот такой... Вот Алматинка. Я с Байконура. Прикольно. Мама едет с Алматы, я поеду встречать. Хорошо, когда земляки рядом. 300, да? А это что за орехи такие интересные? Это пекан, попробуйте. Пекан? Вы попробуйте. Не, я грязными руками не хочу. И... Сейчас я вам дам с этого, с коробочки. Пакет дам, если надо. Одну штучку дайте попробуешь. Дома попробуй. Дома попробуй. Хорошо. Чтобы это чисто все у меня было. Это самое интересное, я не видела такой никогда. Нет, есть еще крупнее, да, если не ошибаюсь? Такой же, такой крупнее. Да, крупнее это будет... Мексиканский, это таджикский. Ага. Это вкуснее. Я помню, что такие есть. Наши лучше. Так, что еще дать? Все, больше ничего. Пастила я. Мы не знали, что у вас такое орех. Вы приехали, что ли? Гости или вы здесь? Мы здесь. Переехали. Переехали. Ну, хорошо, приходите. Тиху мать тело. Спасибо. Усманович. Пожалуйста. Я туда пеканчик положил. Спасибо вам большое. Спасибо большое. 300 рублей. Пожалуйста. Как говорится, Жаксар Ахмед. Жаксар Ахмед, да, совершенно верно. А вы давно переехали, кстати? Я лет 5 здесь. 5 здесь? Ну, вы уже местный, коренной. Так, Байконур. Все, я перевел. Пришли. Все, большое спасибо. Будем знать теперь. А финики есть у вас? Какие? 200, да, стоит пачка? Да. Но они везде по базару так. Вот это хороший. А, это развесной? Да. Вот тоже хороший. В следующий раз. Все. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот, не ожидали, на рынке нашли еще дешевле орехи, чем мы покупаем. Обычно мы берем по 800 рублей, а у этого человека взяли по 600. Орехи такие же.
Да, первые две недели, пока мы только обосновывались, мы на рынок еще не выезжали и покупали все в магазине. Вот, как я говорю, в сетевых магазинах есть продукты дешевле, чем на рынке, но орехи там в значительном разы дороже. Конечно. Допустим, полкило сколько стоит? Около 700 рублей, выходило, 800 рублей за полкило. Да, в супермаркетах вот такие цены на рынок. И при этом они орехи. Все побитые, все такие не очень поломанные, да. Так что на рынок имеет смысл приходить именно вот за орехами, за сухофруктами, зеленью. За зеленью, да, и за рыбой. Здесь вот рыбный отдел тоже очень хороший. А овощи, фрукты, это все мы покупаем уже вот для дома. А вот открылись, да? Да, нет. Наш не открылся, который мы обычно берем. Да, тут я еще вижу, что часто продают сушеную курму. Ну, там цена приличная такая. Наверное, в будущем мы купим какую-то, как она называется, сушильная камера специальная есть. И уже сами будем сушить все фрукты. И не только фрукты. И не только фрукты, да. Даже дыню сушат там. И мясо вялят. Ну вот, собственно, прошла практически неделя спустя новостей о блокаде Калининграда. Как вы видите, город живет, город дышит. Да. Все работают, все туристы приезжают, уезжают. Людей еще больше стало на улицах. Людей еще больше, да, действительно стало. Особенно это заметно на пешеходных переходах. Да. Ну и ассортимент, сами вы видите, в магазинах, на рынке все есть. Цены, не сказать, что прям зашкаливают, потому что они в Казахстане на некоторые позиции даже дороже. Да. Ценник стоит, да. И цены сейчас не изменились. Мы думали, что цены поменяются в связи с этим, вот, с этой блокадой дорожной, но на самом деле все так же осталось. В любом случае, будем держать вас в курсе событий, как все будет обстоять через неделю, через месяц. Будем вас держать в курсе. Вот мы с вами и поделились актуальными новостями из города Калининграда. Как вы видите, город живет, город дышит, ассортимент продукции на прилавках полон, цены в порядке. Посмотрим, как все будет обстоять через неделю, будем держать вас в курсе. Всем большое спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте подписываться, ставить ваши лайки. Ну и задавайте свои вопросы в комментариях, а мы всегда с радостью на них ответим. Всем спасибо пока. За просмотр, всем пока!